Я думаю, идеальный лидер тот, кто не допустил бы кровопролития. Потому что это не та причина, ради которой брат убивает брата. Далеко не та причина. И то, что сейчас происходит, это аномальное явление. Я думаю, мудрость а, руководителя... А, не допустить кровопролития. Если это случается, то это в самом крайнем, при крайнем случае. А крайний случай – это внешняя агрессия, это вторжение какого-то или захват государства каким-то зарубежным завоевателем. Только так. Сейчас далеко не та ситуация. Сейчас ситуация требует, естественно, мирного разрешения только путем мирных переговоров, какими бы долгими они ни были.